Просто ты встал! Ладно, ладно, это было интересненько. А ты не встанешь, пупсик? Сука! Нет, ну вы просто должны обязательно прямо сейчас поставить лайк. Всем здорово, с вами Варпач. Это было реально очень страшно. Это один из самых страшных хорроров в этом году, который я вообще когда-либо играл. Не буду желать вам приятного аппетита, потому что приятного аппетита вам точно здесь не ждать. Приятного просмотра. Убирайте нахер еду, иначе она будет у вас не вот здесь, а вот здесь. Я пошел. Первое, что нам стоит сделать, это взять мимимишный геймпадик, включить вот эту штучку, которая будет меня расслаблять. Знаете, она так это светится красиво, и мне кажется, что она просто будет меня отвлекать. Так, ладно, давайте поставим ее сюда. Теперь я полностью готов. Погнали, начинаем игру. Единственное, что я знаю, полчаса дается на демку. Так, история, PlayStation Store, настройки. Настройки я уже все сделал. Вон, 30 минут таймер сверху, справа вверху. О Resident Evil 2 я знаю абсолютно практически все, что должен знать. И вам буду по ходу игры рассказывать. Полная версия игры может отличаться от этой демо-версии. Вы сможете играть в пробную демо-версию один раз и не более 30 минут. В демо-версию можно играть только при наличии подключения к интернету. Хорошо. 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 Для Леона С. Кеннеди это должна была быть лишь короткая остановка на заправке сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Вместе с новой знакомой Клэр Редфилд Леону удалось добраться до Ракун-Сити, где судьба тут же разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка. Но так ли там безопасно? Насколько мы знаем, кто не играл в Resident Evil 2, там ни хрена не безопасно. Там самое небезопасное место. Ой, как она красиво выглядит! Осмотритесь вокруг идти. Я шарю, это как в любых играх. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Да по-любому никого нету. Так, что это? Патроны. Ай, как я люблю это. Я очень большой фанат Resident Evil. Играл во все части. Первые 4 были самые топ. Ну, первые 3 были самые топовые. И я так ждал этого релиза. Кстати, прямо сейчас вот сюда воткну момент, где мы ждали релиз этой игры. Вот прям... Ну как вам реакция? Мы тогда сидели с Вилсакомом, Антоном Логвином, короче, со всеми ребятами. Ой, музыка такая, прям как из Resident Evil 2. Молодцы, 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 что сделали переиздание. Здесь же должен быть хоть кто-нибудь. Ага, полицейский, который бежит от зомбаря. Вот разве вас не учат стрелять зомбарям по головам? Плохо дело. Дэвид, Марвин, слышите? Я нашел выход, все вот здесь. Вышлите подкрепление, восточный коридор. РПД у него, видите, здесь написано. Это Russian Police Department. Я должен этому парню помочь, да, он там сказал. На самом деле нет, это Raccoon City Police Department у него написано. Так, посмотреть на карту. Что, у нас в сундуке есть что-нибудь? Ничего нету. Обычно здесь я прям красиво так аптечечку к аптечечке, травку к травкам, патрончики к патрончикам клал. Ой, это было такое счастье, радость. Вот здесь можно сохраняться, кстати. Но здесь так как демка у нас на полчаса, я думаю, нам не дадут такой привилегии. Так, ну ладно, что? Это что? Это типа сюда можно что-то применить, да? Пока закрыта локация. Ну ладно. Насколько я знаю, здесь сделали в этой игре очень сильный упор на атмосферу. Ну а мы с вами будем пугаться, я думаю, да? Раз тут слишком страшно. Я эту игру видел на E3 в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, на конференции. Здесь, я помню, 3 медальона надо сложить. Тоже у нас нету ни хрена. Отсюда потом ключик такой маленький выпадет. Вот. Кстати, в этой игре я не знаю, что может выпасть, потому что здесь практически вообще все переделали. Вроде... А, вот здесь нужен ключ вот такого именно рисуночка. На самом деле этот ключ требовался не сюда. Я помню. Этот ключ... А вот это страшно было!
А вот это сейчас было страшно. Ладно, пойдем. Пойдем. Что нам нужно сделать? Нам нужно восточное крыло. А как у нас вот карта? Да, использование карты. На карте это... идите нахрен, я сам разберусь. Так, это у нас карта. А, вот мы уровни, да? Первый этаж. Так, нам надо на первый этаж. Вот в эту дверь. И пройти туда. Все, я понял. Хорошо. Тогда нам нифига не на второй. Ну, пойдем. Хорошо, пойдем. И вот это, кстати, лестница. Я не помню на второй этаж. По-моему, ее не было. Хотя я могу ошибаться. Там игра была такая, совершенно в другом стиле. Keep out. Типа не ходить, да? А на чё фонарик? На чё фонарик? На чё фонарик? R2 это стрелять, скорее всего. Так, это треугольник. Ладно, ладно, пойдем. Пока что у нас, скорее всего, нет фонарика. Но мне уже безумно. О, нет, у нас есть фонарик. Я ни хрена не вижу, потому что софтбоксы отсвечивают. Сделали прям такой элемент на хоррор, что я сейчас могу дикнуть. Если будут маты, извиняйте, я как бы непроизвольно. Так, здравствуйте, предохранитель. Нам нужен второй, чтобы свет здесь включить, да? А значит, фонарик он сам включает. А страшно-то как? Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. У меня очень громко сейчас музыка сделана в наушниках. Ладно, Леон Кеннеди не должен бояться. Хотя, знаете, Леон Кеннеди вот именно... Леон Кеннеди именно здесь, в Raccoon City, именно во второй части его показали впервые. И это был его первый служебный день в Raccoon City. Представляете? Первый рабочий день. Я справлюсь. Ну, конечно, ты справишься, чё? Зомби заполонили. Они встретились с Крэс Редфилд. Это сестра Криса Редфилда. Клэр Редфилд. Сука. А эта херня встанет, да? Он обосрался, что ли? Так, это что? А, патроны я у него взял. Все, я понял. Хорошо. Ладно. Не, ну слушайте. Страшно, страшно, страшно все это шумит так. О, уже не так страшно, когда свет есть. Я надеюсь, ты не встанешь. Обычно, когда ты вот в Resident Evil 2 свет где-нибудь включал в какой-нибудь комнате, у тебя подсвечивалось. То есть такой огонек моргал. И ты мог подбирать всякие разные предметы. Здесь немного сделано по-другому. Ой-ой-ой, тише, 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 тише. А, держать надо, хорошо. Давай. Удерживаем и... Оба! Погнали. Здесь что-то протекло прям. Я бы даже сказал, хорошенько протекло. А первый зомбарь нам где встретится? Здесь нету. Ага, туалет протек. Бачок потек. Так, это аптечка. Мне страшно пипец. То есть я не знаю, как вам, но мне прям вот эта атмосфера, вот этот звук, мне все это пугает. И в то же время мне это так нравится. Опять же напомню, что я большой фанат Резидента. Так, и что, а куда нам идти? Ой, здесь очень много трупов. Что здесь произошло? Открой, открой скорее. Кого открыть? А кого открыть? А чё открыть-то? Братишка! Давай, давай! А, это тот чувак, который бежал, да? А, это я видел, сейчас его сожрут. Да хана тебе, братан! Нам всего лишь написали про сцену, где Крис Редфилд встретился с Клэр. На самом деле там прикольно. Я думаю, осуществят эту заставку, когда выйдет полная игра. Не буду слишком вам спойлерить, но там реально годнотуля такая. Блокнот офицера. Так, хорошо. Нам нужно найти три медальона, которые вставляются в статую. Ага, мы выходим на улицу и уходим через парковку и уходим вообще нахрен. Лев кусает... козу, девушка играет на арфе для единорога и птички.
Хорошо, что. А нормально, что они там ломятся? Вернитесь в холл. А. О-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот это я уже понимаю, здесь будет сейчас, да? Ой, а я думал, я буду... Не косить? Хорошо. Ладно. Один зомби меня не напугает. А вот как... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо, братишка! Ой, сука, каких они их страшных сделали! Мать твоя женщина! Ёб твою мать! Да ты страшнее моего соседа! Так, ладно. Три патрона в голову, вы серьезно? Это что? Каждый раз мы можем какое-то действие делать, но оно ничего не делается. Ладно, пошли нахрен отсюда. Ладно. Я пошел. Воу-воу-воу-воу! Так, подожди. Иди сюда. Пупсики. Я очень хорошо, у меня память запоминает, где чё... А, кстати, а если в свет выстрелить? А он не потухнет, да? Чуваки, я здесь, ёп! А на чё перезарядка? Лечение, восстановление. Когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья. Да, это я знаю, вот слева внизу, хорошо. Если чё... А, вон, на квадратик, всё. Главное, геймпадик. Так. Да ладно, во, на тебе, сучка. Тут прицел какой-то непонятный. Так, ладно, окей. Мне казалось, я буду всегда хедшоты давать, а нет, здесь прицел, он очень большой становится. Давай! Здорово, братишка. И у них голова постоянно ходит в разные стороны. Оп, дверь закрылась. Следующий пощен. Ой-о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 й. Давай, сюда. Открывай. Слышь, я ж тебя убил. Глюки! Так, ладно. Я видел, там один прошел, кстати. Страшно, пипец. Так, а можно в холл? Скорей! Давай! Давай, чтобы тебя так не сожрали, Леон. Давай, ползи. Стреляй нахер. Стреляй, ёпта. Стреляй ему в харю. Хорошо. О, ты в безопасности хотя бы на время. Я знаю этого мента. Марвин Брэннон. Да, Марвин Брэннон. Леон Кеннеди. Там был еще один офицер, я не смог. Here. Давай. Кого тебе? Давай. Руку. Краба. Уверен, ты сделал все, что мог, Леон. В Resident Evil 2 на PlayStation 1 этого человека прям ему отдельную кат-сцену выделяли, где он превращался в зомби. Так красиво все это было. Да, к сожалению, он тоже укушен. Да, я должен был начать еще на прошлой неделе, но мне позвонили и сказали. Уже жалею, что не приехал раньше. Но теперь ты здесь, Леон. Это главное. Ладно, я готов, лейтенант. Если ты найдешь способ выбраться из этого участка. Тот офицер, которого ты встретил, Эллиот. Он думал, что это секретный проход нас спасет. Через парковку внизу, где мы встретим Аду Вонг. Нет, а мне надо думать в последнюю очередь. Лейтенант, я не могу просто бросить вас здесь. Это приказ, новобранец, твоя задача спастись самому. Я бы пошел с тобой, но стану только обузой. Вот, это тебе понадобится. А что это? Ножик. И не повторяй моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей, без разницы, в форме или нет, немедли. Ни секунды. Убивай или убегай, ясно? Да, сэр. Мне всегда было интересно, почему аптечки действуют на Леона Кеннеди и Клэр Редфилд, а вот на других ничего не действует. Почему нельзя дать ему аптечку?
Выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашивается и ломается, когда опустеет шкала прочности. Вы серьезно? Они, короче, прям Survivor Horror здесь сделали. То есть теперь тут реально надо, сука, выживать. Доставить дополнительное оружие L1. Ага, то есть мы можем и ножом, да? Найдите 3 медальона. Неплохо, неплохо. Ладно, пойдем. А, ну здесь надо ключик. Ладно. Мы должны найти 3 медальона. Эти медальоны как-то отмечены на карте? Наверное, никак не отмечено. Параллельно с Леоном Кеннеди прямо сейчас где-то бегает Клэр Редфилд. Это та девушка. О, здесь надо угадать еще, да? Сейчас угадаю, не? Посмотреть досье. Блокнот офицера. Здесь не написано. А, подожди. Лев ест козу. Девушка играет на арфе. Лев ест козу. А, подожди, вот здесь лев. Не? А, подожди, а как это работает? А, подожди, вот здесь это есть. Лев есть, баран есть. Не работает? А, ладно, так, тоже не работает. Есть арфа. Тоже не работает. Подожди, это странно. Блокнот офицера. А, подожди, там вот что-то нарисовано как будто. Рыба, скорпион и какая-то херня. А, рыба справа, скорпион здесь. Как это работает вообще? Правильно это или неправильно? А где скорпион? Я же видел скорпиона. Ладно, пойдем другое искать. Сложно, сложно. Загадки Resident Evil это всегда сложно было. Ладно, пойдем. У нас дается на игру всего 30 минут. Я думаю, за эти 30 минут мы еще много чего посмотрим. Здесь ничего нету. Ладно, че. Почему бы и нет? Так. То есть здесь на втором этаже у нас больше. А, нет, у нас есть дверь, в которую мы можем зайти. Resident Evil всегда славились своими загадками. И знаете, меня единственное пугает то, что мне дают всего 30 минут. Я могу потратить все 30 минут на эту чертову загадку и не успеть сделать другие вещи. Так, это все мы объединили. А, ну то есть здесь только загадочка. Угу. Ну ладно. Ладно, не беда. То есть мы сейчас опять отправляемся на первый этаж и там пытаемся найти остальные части. Ага. Здесь тоже закрыто. А сюда? А здесь мы ножом можем. Ага, вот нам и новая локация открывается. Давай. Пойдем. Погнали. Вот, я как и говорил, первый его рабочий день. Я Resident Evil 2 проходил, я не знаю, ну раз 5 точно. Проходил на PlayStation 1, на PSP, на эмуляторе, на PlayStation Vita проходил. О, я здесь сейчас лизуны будут. Вот эти сладенькие, вкусненькие. Так, подожди, а здесь что-то... Нет, не написано? Вот здесь ящик сохранения. О, травка. Зеленая трава. Как раз та, которая жизнь восстанавливает. Вот здесь сундук стоял. И дверь была не такая немного. Там была двухдверная дверь такая, которая открывалась. Ой, да. Здесь лизунчики. Я 100% на это помню. Я прям тебе отвечаю. Я это 100 раз проходил. Мне всегда интересно, а что гидранты делают? Нихера, да? Касцена будет? Говорит птица 73, вытащить вас? Лечу на восток, к реке. Сяду на участок. Минут. Повторяю, сяду. Там еще вертолеты будут, там вообще. Я не знаю, здесь повторят ли все, что надо. Ну вот это они, конечно, красиво нарисовали. Ёб твою мамочки. А я лизунов-то смогу убить? Сука! Сука!
Тихо! Тихо, я не знал, что ты упадешь! Ладно. Да нет у меня этого ссаного ключа. О, здесь этот... лейтенант. Ой, ёпта. Ой-ой-ой. Ой, как это было страшно. Ой-ой-ой-ой. Почему я должен постоянно что-то сюда класть? Может быть, я потом смогу это досками забивать? Катсцена должна быть обязательно. Эта херня не может просто... эта херня не может просто выйти! Weapons Locker Keycard. Опа, карта ДОСТ. Хорошо. Why not? Отчет о событиях. 25 сентября переоборудуем участок во временное убежище. Ввиду неожиданной крупной эпидемии, сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. 25 сентября, дополнение, в результате ночного нападения одного из беженцев, один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы предполагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. Конечно. Ну, давайте, ребята, это на паузе почитаем. У нас очень мало времени. Я потом сам с радостью это все прочту. Ну, понятно, что это все вспышки эпидемии там. О, карта полицейского департамента. Мы и в окна можем залазить. Да с каких это нахрен пор? Там пистолетные патроны. А сколько у нас их? 27, хватит. 27 дохера. Здорово, братишка. Здорово, братан. Ты свое не доел, да? Свое не доел. Как-то он упал, как будто FPS 15 падал. Так, ладно. Куда долбился-то? Я, насмотревшись ходячих мертвецов и бойтесь ходячих, знаю, что эти твари идут на шум. То есть в любом случае... Полицейский кабинет. Классное место. Использование пороха. Патроны для пистолета. О, это в третьей части использования пороха были. Они что, сюда его добавили? Порох. О, да. А вот здесь, кстати, был лейтенант, между прочим. А не в той комнате, не в главной. Нам нужен код. Смотрите, сколько всего в демо-версии. Мамочки. Вот эта дверь, кстати, тоже открывалась. А этот хер встанет, нет? Ой-ой, тихо. Да, сука, эти тени, они пугают. Я просто реально, мне так софтбокс отсвечивает, что мне кажется, что там кто-то есть. Объединяем. А кто-то там рычит, да? Здесь вообще тела лежали. В оригинальной версии. Отчет об операции. Так, ну это тоже мы все на этой прочтем. 9 минут 44 секунды осталось. Ё-моё. Ну ладно, мы хотя бы посмотрим, как оно, чё оно. Все там мы, наверное, пройти не успеем. Ну да, это очевидно, ты должен... Вот это они классно сделали. Отвечаю. Вот это классненько. Ну-ка, братанчик. Смотрите, как они головами шевелят. То есть ты просто так не попадешь. И это круто. Это круто они сделали. Тихо. Ёпта, ты встал? Какого хера? Какого хера ты встал? Какого хера ты еще живой? Какого ёпта хера? С каких это нахрен телепузиков? А ты, сука, с чего встал? Простите, нечаянно нажал. Ты че, сука, ненормальный? Это нормально вообще? Ну не, ну это круто. Это страшно и круто. Ой-ой-ой. Я думаю, чего они все повставали-то? У меня дверь закрыта здесь. Ладно, ладно, это было интересненько. А ты не встанешь? Сука! Сука! Сука, мразь! Мразь! Резать тебя, резать! О, мразь! Это пипец, это отвечает. Это чё нахрен такое-то, а? Просто низкий поклон тому, кто это создал. Это, вот эта комната меня напугала больше всего. А, кстати, это сломается?
А если стрельнуть? Не ломается, пуля непробиваемое стекло. А что вы хотели в полицейском департаменте? О! О! Здравствуйте! А что это такое? 102 порох там, 103 ножичек, 106 пленочка, 107, 108, 109 патронов. Кто-то там есть, да? Сука, опять повставали, мразоты. О, дробовик! А дробовик дадут? Не надо заходить! О, а это что-то... Да куда ты зашел-то, мразь? Выйди обратно! Так, ладно. А если у меня кончатся патроны? И вот у меня прям не будет их. То чего, как делать? Подожди, вот эта херня, что это такое? 203. Любас, там номер надо ввести, да? Записка по пути кладовой. Похоже, что клавиатура пульта шкафчика отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Подожди. 203. Хорошо. Мы же взяли карточку там какую-то. 200. Подожди. А, мы должны найти эти клавиши! То есть мы можем найти только 100... 102 мы не можем открыть. 103 можем. Можем 103 открыть. Давай. У нас нету 1... Да и 3 не можем. Короче, 1 и 4 у нас есть. То есть мы можем открыть только 106, да? Ну, сука, ну там что-то интересно. Вот они умеют интриговать. Хорошо. 106. Как быстро я разгадал эту загадку, а? Вот так бы быстро я бы с тем оленем разобрался, где надо 3 пластины собрать. Хорошо. Так, эту мы открыли. Мы возьмем пленку. Только нахера она нужна, непонятно. Просто пленка, короче. А у нас патронов нету. А у нас, чуваки, патронов нету. 109. 109 есть. 109 есть, причем надо быстренько. 109. Отлично, спасибочки. Дайте патрончики возьму. Просто от страха стреляю как ненормальный. Кто-то долбится опять, да? А у нас циферки две вообще нету. Тут дробовик. А это, скорее всего, улучшение для пистолета. Или какой-то рюкзак. А, это, скорее всего, рюкзак. Или вообще гранатометные патроны. Мы должны эти кнопки где-то найти, да? Прикольная тема. Прикольно, мне нравится. Ага, привет. Куда нам идти-то хотя бы? У нас вообще открыта, мне кажется, вся местность. Травку возьму, не против? А, кстати, комнату-то... И можно совмещать, как во втором резике. Так, ладно. А это что у нас? Деревянный... Вот, я говорил, что можно что-то делать. Помните, говорил? Говорил. А серьезно? А что? Ладно, давай не будем подбирать. А вот здесь, кстати, проявочная комната. Это я точно помню. Так, давай здесь свет включим. Я помню, вот это было в резике втором. Памятная фотография. И что, и все? Все, ее нельзя повернуть даже. Здесь мы просто это в коллекцию какую-то там добавляем. Красная трава. Красную можно объединять с зеленой. У нас получится супер крутая. А это что такое? В фильме представлены доказательства, не пропустите. Ох, ёпта. А, мы же это можем в рюкзачок все положить. Тут же все продумано. Ёшки к моторёшке. Лекарственные свойства трав. Зеленая трава излечивает обычные раны, а синяя часто используется в качестве противоядия. Да, синяя... Это я вам бы и так рассказал. Синяя от противоядия. Красную отдельно сожрать нельзя. Красная совмещается только с зеленой. Можно совместить красную, зеленую, синюю. Можно совместить две зеленых. Можно совместить... А все, я все рассказал. Зеленую, синюю можно совместить. Ну, короче, вот такие стандартные штуки. Вот. А здесь, когда игру проходишь, здесь открывались дверки. Тебе давалось изначально ключ, и ты мог менять костюмы. Вот так это делалось. А, то есть здесь не нужен прибор, как в Resident Evil 3. Специальная штука была, катушка такая, которой ты из пороха создаешь патроны. Классно. Так, ну это давай мы не будем. Это тоже. А вот это мы будем хранить. Хранить. Все. А это мы просто объединим.
Офигительно. Все, я готов убивать тебя. А, он не... По-любому сейчас этот скрипт сработает. И он вылезет, да? 100%. Ну, это было ожидаемо. Да ёлки. Не так легко попасть, как я думал, правда. Орёт, как будто не один. Ах ты, мразь, там еще идет. А куда ты дел? Куда ты делся? О-о-о! Совсем дебил, что ли? Ну хорошо, что они даже анимацию вот этого падания продумали. Это вообще круто. А, он еще и ноги поломал. То есть, подожди, они могут же встать еще, да? У меня в голове просто не помещается столько информации, сколько я получаю здесь с этой игры. Очень круто. Очень круто жду. Очень круто жду. Очень круто жду. Офигительно. Сколько здесь всего можно делать, а? О, бентель надо будет найти, да, какой-то? Обязательно, ребята, сыграем. Да ёб твою, сука, мать-то, а! Да вы серьезно? Ай, всякие коды искать, сколько они контента сюда добавили. Молодцы. Молодцы. Мы с Толей следователем ждали эту игру. Что он аутфак, что я аутфак. И оба ждали эту игру. Там еще третий этаж есть, я видел. Трава. Ладно, не будем засорять травой наш инвентарь, потому что у нас игра осталась там на 30 секунд. Так, погнали наверх. Сколько здесь контента в демо-версии? Это просто чума. И у каждого, я думаю, вообще будет разный контент. И это круто. Это реально круто. Ой-ой-ой-ой-ой. Сука, я испугался этой тени. А вот и ключ. Вот и ключ, который мы должны использовать там на первом этаже, либо на втором, да? Который почти подходил. А это мы где? Лизуны! Благодарим за игру. Спасибо. Спасибо. Охренеть не встать. Время 30 минут на демо-версии закончилось. Пройдите остальную часть сюжетной кампании в полной версии игры. Спасибо. Спасибо. Мы так и сделаем. Мы так, блин, и сделаем. А чё, это все, да? Нам показывают какие-то заставки. Ребят, игра выходит 25 числа. Я обязательно, думаю, прям предзакажу ее и пройду для вас. Ставьте обязательно лайк, если хотите это увидеть. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Это самое главное. Узнайте больше. Я хочу понять, что тут творится. Это она впустила вирус Амбрелла на свободу. Ада Вонг. Жена самого главного тут злодея. Крокодил. Шеф Дарпа. Шерри. Клэр Редфилд, Ада Вонг, Крис Редфилд, Шерри, Джилл Валентайн, хотел сказать, нет, там другой чувак, Биркин, Уиллс Биркин, по-моему, звали, капец вообще, а еще, ну-ка, что еще, это Ханк из отряда Альфа, черт, я думал, вас всех завалили, и что это, только не говорите, что... Это Тофу. Это стёб Resident Evil концепции, в принципе, над тем, что ты играешь Тофу с ножом и убиваешь зомби на время. Убиваешь, проходишь какие-то миссии, игру там спидранишь. Короче, Тофу это из Resident Evil. Это отдельный респект за это. В эту часть её тоже добавят. Но это уже для лютых хардкорных игроков, те, кто вот игру прошли, и им там что-то захочется еще, да, получать. Это для них сделан такой режим. Ну что, ребята, что могу сказать? Всем еще раз огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вы поностальгировали вместе со мной, попугались вместе со мной. Если да, то не забывайте ставить лайки еще раз, подписываться на канал. С вами был я, Кирюха Варпач. Всем удачи и всем пока, друзья.
Let me see.